Не тяжело? Что? Не тяжело? Ничего, привыкаю. Буду сильнее, наоборот. Закален. И спортом не нужно заниматься, видишь? Как сказал... Приятно и с полезным. Да, как сказал мой друг Дмитрий Владимирович Новиков, федеральный судья, это полезно будет, эта работа. Это же не в спортзале, когда вот там сидишь где-то, никто тебя не видит. А здесь вот люди проходят, здороваются. Узнают. Спасибо, говорят, узнают. Зачем тебе с трибуны разговаривать? Что делать? С трибуны говорить. С трибуны? Ну а чем это не трибуна? Вот видите, пока только на такой трибуне. Пройдет время и увидите меня на более высоких трибунах. Понял.